Всем привет, ребят. Я немножко выздоровел, более-менее, и решил вернуть свою рожу. Да, да. Потому что стримов пока нет. Суки эти с Ютуба не хотят меня включать. Но, правда, на форуме мне помогают. Человек, не бот, человек. Я с человеком общаюсь с Ютуба, понимаете? Все это время я не сижу просто так. Я общаюсь с ним, с ними. Они мне постоянно то это, говорят, вышли, то вышли, то скрин того экрана, то этого, то отсканируй свою жопу вышли. Ну, короче. Ладно. Что у нас накануне? А, мы же хотели отправиться. Мы же хотели отправиться. И мы отправимся. Погнали. Сядьте на корабль в Каймском мысе. Поехали, все, хватит. Хватит здесь тусить, поехали. К нашей милой невесте. Да хорош. Погнали быстрее. Отдохнем, я так понимаю, мы на корабле. В любом случае, хотя это есть... Это Ранея, она какая-то другая. Совершенно не вписывается в имперскую армию. Если что-то случится на корабле, я не виноват. Я не виноват, вообще не виноват. Я тебе говорил, предупреждал, что надо отдохнуть в гостинице. Говорил вчера. Или как... Давай сфоткаемся на фоне маяка, и чтобы ветер в волосах, как супермодели на пляже. Давай. Ладно, пусть будут супермодели. Круто! Супермодели на пляже. Круто! Круто! Куда идти-то, господи? Ой, там еще какое-то задание у этого. А что здесь за... Ладно. Если честно, Аранея меня... Снимай отсюда. Так, снимаю. Что-то такое себе. Вид-то такой себе. Говно. Сейчас сниму. Повязка у него. О! Ах ты шалун. Девочку снял снизу. Но я сохраню. Потом разгляжу. Ох, какое клевое освещение. Какой-то квест. Блин, Гладиолусу надо отдохнуть и прокачаться. А, это у нее. Ну, не знаю. Не, я поехал. Все, я поехал. Та-ра-та-та-та. Кстати, я говорил, да, драйвера обновились и постабильнее игра стала работать. То у меня в животе урчит. Собакевич. Я не понял. Мы к принцессе едем, а собака откуда прибегает? Нахрена мы на другой остров едем? Чё за... Чё-то я не понял. И он грязный. Смотрите, какой грязный. Фу. Я жду тебя в Альтифии. Ну, жди. Готовимся выйти в море. Скажем, как суровые моряки. Готовимся выйти в море. Вот так. Тут эти вот нежности ваши надоели уже. Помылся бы хоть, мачо. Все, вали. Реально грязный, смотри, как вообще. Че это вниз? Че это? Топчет. Это что такое? Смотри, принц Ноктис, даже маршал пришел попрощаться. Бериловый браслет. Маршал? Маршал здесь? Ну? Я слышал, Регалия тоже плывет в Альтисию. Да ты что, ничего себе. И ты здесь? Ноктис. Нам пора прощаться. Давай, давай, пока. Пока, пока.
Слышь, а он неактивный. Хочу сказать тебе кое-что. А? Что? Я люблю тебя. Прости меня, что я не спас твоего отца. Да давай уже, иди. Я поклялся защищать короля, но мне не хватило сил. Ну что б ты сделал там один? Ничего б ты не сделал. Какие гвозди, что ли, лежат? Никто и ничто не могло предотвратить случившееся. О, нормально, мужик. Да, Сид. Я это понимаю. А еще пойми, как много ты значишь для своих ребят. Я знаю. Да, за тебя они твоих проблем не решат. Но не скрывай от них, что с тобой происходит. Да, это точно. Больно. Это больно. Это больно. Помни, они тебе не телохранители. Они тебе как братья. Доверяй им. Всегда. Ты кто еще? Дедуля Боровидуля. Это ж, к чему вот эта вот была заставка сейчас? Боже мой. Где? Вот это кар... Я принц. Я принц, где мой... Что это за хрень? Это лодка, блин. Ну, пипец. Как я должен туда попасть? О. Ультразелье. Да. Да. Опять к нему. Оружия много не бывает. Держи вот это и учись пользоваться не только сталью, но и магией. Да хорош. Волшебный сосет, сосуд. А. Как туда попасть? Вам особое приглашение нужно? Бегом на борт! Да каким боком? А, о, медали, да? Выполнено. Опять снизу. Да что за японцы? Ваше Величество! Ловите банан! Ловите банан! Возвращайся, пожалуйста, поскорее! Банан мне дай! Конечно, можешь на меня рассчитывать. Узелок не собрали в дорогу. Яички там вареные, курочку. Как же без этого? Доширак не взяли. Доширак надо было взять, точно. Долгий путь. Это ж яхта любви. О, гладиолус. Вот лежал на печи. Прокачался, понимаете? Я тоже так хочу. Так, что у нас тут? Это. Да какого? А, я ж разрешил ему фоткать только его. О, вот этот нормас, это я сохраню. Это нахер, это тоже. Давайте уже приедем сразу. Хочу. Глава 9. Предназначение. Исполненные надежды. Ноктис и его друзья отправляются в плавание. Их провожают Ирис и Талкот. Принц намерен получить благословение Левиафан и, заручившись божественной силой, разгромить империю. В то же время он втайне надеется вновь увидеть Луну, которая ждет его в Альтисии. Левиафан – это еще один помощник, как и наш Рамух. Раму. Рамух. Я его с семерки Рамухом называю. Это Раму. Площадь Юреэл, Альтисия. Мне еще горло побаливает, не могу. Скоро день свадьбы. Но придет ли на нее невеста? Конечно, мы здесь из-за Гидреи. И ты усердно готовишься к этой битве. Это мой долг.
Наверное, для иноземца возглавлять императорскую армию — это само по себе война. Ты говорил с леди Лунафрей? Нет. А, конечно, секретарь мешает. Упрямая дама, да. И это в то время, как ты рвешься сразить Гидрею ради своей бедной сестренки. Я знаю, чего это стоит. Чё у него за... Попадите на территорию Аккорда. Ой, я теперь на лодочке могу плавать. Знаешь, я всегда да? хотел ходить в море под парусом. Да, могу. Для этого особых возможностей нет. Здесь только мы и горизонт. Он удивительный. Он меняет всю твою жизнь. Да, Альтиси, мы еще не скоро доберемся, так что можешь признаваться ему в любви сколько захочешь. Сойдем на берег и окажемся за границей. И ощущения от этого какие-то пограничные. Наконец-то мы попадем туда, куда ехали с самого начала. Мы через многое прошли. И впереди нас ждет не меньше. Итак, на повестке дня Левиафан. Что это за божество? Расскажи, Игорь. Змея. Богиня Вод. Вот и поглядим, что за змея. Надо облегчить бремя, которое возложено на леди Луну. Ты, небось, ждешь не дождешься встречи с ней. С Луной? Ну да. Для начала надо убедиться, что с ней все в порядке. Ее благополучие на первом месте. Что-то мне не хочется ступать на имперскую землю. Думаешь, леди Лунафрей угрожает опасность? Имперцы же вторглись в Люциус ради кольца. Я нисколько не удивлюсь, если ради своих грязных амбиций они и Оракула не пощадят. Без кольца кристалл не более чем простой камень. Да, наверное. Кто-нибудь знает, как кольцо вообще оказалось у леди Лунафрей? Скорее всего, его величество передал ей кольцо еще в королевском городе. Получается, кольцо все время было при ней, пока она добиралась до Альтиси. Кольцо — это важно. И Левиафан тоже. Но Луна важнее всего. Я все время вспоминаю нашу встречу с Равусом. И? Помните, вместо левой руки у него протез? Как такое забудешь? Руку он потерял во время вторжения. Но вместе с протезом он, похоже, получил некую новую силу. Силу? Это хоть как-то объясняет, каким образом Тенебриец командует Нифельхеймской армией. Вообще-то мне тоже кажется, что его сила несколько сверхъестественная. Я думал, это из-за родства с Оракулом. Возможно, частично дело в этом. Но только частично. Слишком уж он силен. Интересно, что же с ним тогда случилось? Не знаю, но люди поговаривают, что лорд Равус завладел мечом его величества. Моего отца? И какой в этом смысл? Он что, тоже наделен силой королей? Точно не скажу, но кое-какие соображения есть. Равус носит этот меч, но никогда им не пользуется. При всей своей вновь обретенной силе он по-прежнему марионетка канцлера. А меч вражеского короля носит как почетный трофей. Если б только знать, что ему было нужно. Кто же знает? Какова вероятность, что имперцы явятся на обряд призыва Левиафана? 100%. Один раз они уже пошли против божества, чтобы помешать Нокту получить благословение. Но мы их опередили, благодаря нашему доброму проводнику. Никогда не знаешь, что он выкинет в следующий раз. Канцлер действует исключительно в своих интересах. Иногда это к лучшему. Например, когда он отозвал свою армию и дал нам удрать. Все равно он какой-то стрёмный. Такое ощущение, что он помогает нам, потому что ему что-то от нас нужно. Но вот что? Значит, мы еще встретимся. Не хотелось бы. Не нравится он тебе? Потому что он лицемер. Гладио прав. Его поступки продиктованы не добротой, а исключительно личными интересами. И когда он приходит к нам на помощь, я вижу в его глазах только снисхождение. Да, с этим не поспоришь. Ты слишком много думаешь. Бывает. Но это лучше, чем обратная крайность. Значит, ты скоро вернешь себе отцовское кольцо? Да, когда прибудем в Альтисию. Это хорошо. Он был бы рад, ведь это его наследие. Отец так сказал? Королевскому наследию нельзя относиться легкомысленно. Это маленькое кольцо имеет очень большой вес. После того, как он стал королем, я видел его лицо только в газетах. В
Погоди, а ты что, не был на коронации? Я тогда уже давно уехал из города. Но тебя ведь наверняка приглашали. Мы с твоим отцом тогда поссорились. Как раз в конце поездки. Правда? А мне дали понять, что вы все-таки общались. Мы помирились. Через много лет. Но так больше и не виделись. Надо было навестить его, когда была возможность. Но... да что теперь об этом говорить? У вас теперь есть регалия. Но я так понимаю, вы надолго в Альтисию? Да. Скорее всего. Тогда я немножко доработаю. Правда, учитывая, как о ней заботилась Синди, мне мало что останется делать. Раз уж ты ее хвалишь, она и правда крута. Эта девчонка не боится работы. В детстве ей пришлось нелегко. А в смысле нелегко? Он и ее родители. Она рано потеряла отца и мать, но была уже... Хватит, хватит, все. Капец. Я уж пойму разговоры о всяких там сюжетных, ну, про Синди разговаривать? Нет. Островное государство, которое славится красотой своей столицы Альтисии, города на воде 1,5 века назад. Правительство объявило, что причины пробуждения Гидрыги будут освещены в официальном обращении к народу. Есть сигнал! С ним выступит лично леди Лунафрея, ранее объявленная погибшей. Это будет ее первое появление на публике после инцидента на церемонии подписания мирного договора. Леди Лунафрея произнесет речь? Похоже на то. Хм, если бы хоть кто-то мог... Ничего себе! ...по миру. Ждать осталось недолго, но... Это как? Да. Это как, светофоры там видели? Ну-ка, ну круто, 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 круто. Это, конечно, да. Сейчас его волной сметет. Ну, что это за... У этого судна есть разрешение на въезд? Нет, конечно. А разрешение? Есть у меня, есть. Вот. Ой, тихо. Ну и старье. Вроде все в порядке, проезжайте. Доколебался. Заранее приготовил? Можно и так сказать, 30 лет назад. Так вот почему старье. Повезло нам, а? Без него нас бы завернули. Ой, давайте уже приедем, а. 20 минут уже катаемся. Как они вообще живут, это Венеции вонючие? Это постоянно сыро. Бля. Бля. Понимаете? Чё-то корабль там меньше был на самом деле. Алло. Вырос, что ли, пока ехали? Да вроде нет. Такое ощущение, как будто он здоровый. Чё, куда идем? Ага. Да уйди ты! Там нет ничего интересного. Всякие блюда, небось. Вот, для гурманов. Ну, что-то Игнис ничего не выучил. Ну ладно. Что дальше? Паспортный контроль? Да. Что? Неужели это еще не все? Куда идем? К нему идем. По-любому. Здорово. Назовите цель вашего визита. Цель? Выставка компьютерных технологий и защита компьютерных прав. Как там? Действовать Сиду. Сид, скажи им. Сваливаешь на меня, да? Конечно. Мы тут с визитом в кафе. Мага. Да, мага. Точно. Впервые слышу. Если вы, конечно, не об альтернативной программе. В этом случае сбор можно оплатить непосредственно мне. Этой суммы должно хватить. Вот это рэкет. Ну и поездочка. Только успевай деньги отдавать. Сколько он взял?
Мать вашу. И так денег нет. Не понял, о чем так хромал-то. Ну что, пойдем к Веске. Мудила. Иди... Ага, пойдем в мага! Мага! Возможно, мы даже успеем на чай. Тогда начнем искать его прямо сейчас. Найдите мага, бар Вескима. Сид был прав, это большой город. И людей тут много. Есть хорошая гостиница. Маруца. Ну, похоже на Италию. И музыка такая же. Венеция, там все дела. Красотка. Por favor, perfecto, il bellissimo. Тут просто обязана быть хорошая точка для съемки. Не беси меня. Отложим это на потом. Заколебал реально. Ой. Матерь Божья, надо поверху идти. По мусоркам можно полазить, конечно же. Интересно, уйдет ли она из армии? Кажется, ты влюбился Промпта. Кого выберешь? А, в смысле? Ее или Синди? Ранео или Синди? Ладно, дай я секундочку подумаю. Я уверен, обе подождут. Смысл вот таких городов? Тяжело же все это искать здесь. Это пипец. Внизу что теперь. Купить? Теперь внизу. Гондола! Хотите прокатиться? Гондола. Сам ты гондола. Реально Венеция. Нас там ждет связной. Закупаемся. Угу. Рад знакомству, джентльмены. Спасибо. Добро пожаловать, ребята. Сита вас уже предупредил. Меня зовут Вяски Мармо. А ты вырос, юный принц. Зевну. А, ты меня не помнишь? Ну да, ты же был малышом. Вопрос на миллион. А кто со мной разговаривал? Бармен? Или ты? Где остановимся? Иди он. Может... Сходим в кафе? Бездите книжки. Она не по своей воле водит дружбу. Что там? Имперцы не могут не знать про... Снимай отсюда. Угу. Такое освещение не годится. Может, в другой раз? Жопошник. Почему люди так тянутся к этим стенам воды? Значит, ты здесь впервые. И как тебе нравится? Если у вас есть вопросы, я слушаю. Этот город — часть империи. Гладиолус, блин. Прекрасно тебя понимаю, но условия... Я понял. Все, я понял. Это откровенно кабальное соглашение. Империя... Спросите Левиафана.
А что скажешь про Левиафан? Пока что в порту все как обычно, но поговаривают, что скоро правительство откроет алтарь Матери Волн. В рамках подготовки к обряду. Но при этом они упорно изо всех сил запасают провизию на экстренный случай. Возникает вопрос. Если они боятся, что Гидрея начнет бушевать, то почему разрешили проводить обряд? Действительно. Думаешь, Луна правда сделает заявление? Думаю, да. Об этом постоянно твердят по радио. Где леди Луна Фрея? Должна быть где-то в городе, но ее никто не видел. Пресса настолько выразительно молчит об этом, что здесь явно чувствуется рука правительства. Угу. И это объясняет слухи о том, что недовольные имперские офицеры покидают город. Окей. Это все. Пока на этом все. О, привет. Давно не виделись. Окей, чё? Я слышала про твоих именитых гостей. А, ты всегда в курсе. Есть. Что за бабка? Джентльмены, я перейду сразу к делу. Меня зовут Камелия Клаустра. Она же первый секретарь протектората Аккорда. Вам следует знать, что леди Луна Фрея находится на нашем попечении. И что Империя требует от нас ее выдать. Что? И все же я не склонна соглашаться, если только это не окажется выгодней. Поэтому я хочу обсудить условия с королем Люциса. Когда будете готовы к разговору, приходите ко мне. Угу. Она бывает беспринципной, но, уверяю вас, она точно не бессердечный человек. Башка болит. А, ну ладно. В любом случае, вы, наверное, устали в дороге. Рекомендую сначала найти ночлег, отложив важные вопросы на утро. Ну это да. Да, мы так и сделаем. Левиль. Давай перекусим. Отправляйтесь в отель Левиль. Левиль. Закупаемся. Левиль. Опять сейчас брать гондолу эту, да? Где остановимся? Поехали. Славно. Куда плывем? В Левиль поехали. Лодка старого Габунанта. Чего? В Левиль погнали. Погнали. Нам сказали ехать отдыхать. Поехали отдыхать. Ой, голова начала болеть. Поехали нахер. Как соберетесь назад, зовите. Да, свистнем, братан. Посмотри на это, Нокт. А что? Может, прокатимся на гондоле? Только что прокатились. Дебилушка, блин. Ой. Джентьяна. Туманно будущее. Но память Астрала хранит путь короля, на который можно ступить. Ну, босиком. Прикольно, ногти накрашены. Ишь ты. Девчонки, а? Используя силу Умбры, вы теперь можете заново побывать в воспоминаниях. Умбру можно призывать во время отдыха в гостиницах и фургонах. Персонажи сохранят свой уровень и способности. Прошлое изменить нельзя. Чокобо, взятые на прокат, автоматически возвращаются на свою станцию. Не совсем понял, зачем это мне надо. Ну, пошли. Отдыхать. Здравствуйте. Здравствуйте. В смысле? За деньгами, что ли? Назад в будущее? Мать твою. Серьезно. Чего?
Что это он показывает? 4. 4, говорит. Вот негра надо сохранить. Прикольный. Тетка прикольная, вроде как. Нормальная такая. Ну вот это ничего так фотка. Вот это ничего. Ну не буду. Ага. Пускай сохраняет этот. Этот пьяный уже. Ну вот это нормально. Че уж. Че уж нет-то. Игнис нахер не нужен. Я что-то не понял сейчас. Какое нахер прошлое? Денег нет. У меня же Сид забрал все деньги, да? Опа! Другая майка. Вернее, даже не майка, ребят. Это другой день. Я записываю это уже второй день, потому что вчера мне, когда я начал записывать, поплохело, мне стало плохо, мне голова начала болеть, еще остатки болезни. Короче, продолжаем. Я что-то не понял, только единственное, я вернулся сюда с собакой. Отправляйтесь в особняк первого секретаря. Я здесь могу отдохнуть, получается, да? Ну да. Как дела, Талкат? Хорошо, принц Ноктис. А это что? А, это... Это фигурка Кактуара. Я очень люблю кактуаров. О. Они везде продаются. Раскрашены по-разному. Я хочу собрать всю коллекцию. Но мне не хватает желтого и синего. Началось. Тебе они в магазинах нигде на глаза не попадали случайно? Нет. Я не видел таких, прости. Не обращал как-то внимания. А, ты видел, я ну не видел. Конечно, не обращал. Но теперь буду. Если увижу фигурку нужного цвета, куплю тебе. Лады. Правда? Спасибо! Спасибо. Дайте поспать-то мне. Я ж могу здесь поспать-то. Да. О! Ноль гил. Остановимся на ночь. Наконец-то вымоюсь. Отлично. Так, что у нас там? Чуть-чуть прокачка. Не понял, это что такое? Малой, иди отсюда, вот. Ты что, тут мужики спать будут? Аль... Я не понял вот этого хамства. Мы как бы отдыхать, спать пришли, а не тусить. Угу. Кальян еще мне здесь разожгите. Он зовет тебя, иди. Он вентилятор сейчас покажет. Ой, как интересно, вентилятор, окошко. Смотри, окно здесь есть, смотри. Ногти, смотри, какое окно, смотри, какое окно. Боже мой, это же вентилятор и окно рядом. 31 уровень Ногтиса, великолепно. Все, ничего интересного тут нет. Ну что, погнали мы обратно. Все, сохраняшечка прошла. А как я перемещаться буду? Было бы здорово, если бы мы нашли для него кактуаров. Увлечение-то вполне взрослое. Как перемещаться обратно-то? Алло. Попробуем поспрашивать в местных магазинах, пока мы еще в Люцисе. Хороший план. Так и сделаем. В смысле? Я вот сейчас вообще не понял. Я с этой собакой вонючей переместился и зачем? Я обратно-то смогу? Смогу. А, подвань, гавань. Второй этаж, смотровая, подвань, гавань. Подвал, подвань. Подвань. Можно было бы и не анимировать мне поездочку. Лодка-то на месте.
надеюсь. Или как? Да, стоит, слава богу. Окей. Все, поехали. А как ехать? А ехать-то как? Как здорово, что не нужно никого убивать. Я вообще ни сейчас не въехал. Понял я. Отправитесь в особняк первого секретаря. Ёпарасоте, слышь. Призовите Умбру, находясь в гостинице, и вернитесь в настоящее. Ёпство. Серьезно? Зачем это все надо было делать? А? Боже мой. Молчи. Даже не смей писать ничего в комментариях. Боже мой, придумали же вот говно. Я пока... Даже... Не-не-не, я не хочу здесь ничего, никакие задания проходить. Давай. Призвать Умбру. Поехали. Вези меня обратно, вернуться в настоящее. Вези меня, собака. Ничего интересного. Вот же понавыдумывают, а? Так, а мы с вами там, получается, сколько вчера? Минут 30, наверное, да, побегали. Из них минут 10 беспонтовой херни на лодке. По городу я бегал, тусил непонятно зачем. Долго так. Короче, минут 20 боевки. Вернее, геймплея. Ну и здесь, да, минут сейчас 25-30. Все, отправляемся. Так, ну окей, пацаны, красавчики. Пошли. Да, надо будет поговорить с Камелией. Как будто у нас есть другие варианты. Ага, вон. Кто знает, как все повернется. Давайте подготовимся как следует, прежде чем к ней идти. Куда? Да, пусть подождет пока. Тэнк. А куда мне надо? Министерский квартал, наверное. Ну, это ж секретарь, значит, министерский квартал. Логично же, логично, наверное. Как промотать это все? Под два. Да. Информаторов можно найти в ресторанах, ну понятно. Рад знакомству, джентльмены. Угу. Молодец. Так, а мы вот они. Мы вот они. Это нам надо на другую сторону перебраться. Вот сюда.
наверх подняться, перелезть. Правильно? Вон туда поверху как-то пройти надо. Ну, понавыдумывали вот этого. Вот я же говорю, я вчера возмущался уже этим. Вот реально, бессмысленный кусок говна. Вот этот город, он красивый, но он бессмысленный. Вот просто жопа. Зачем? Вон, подъем наверх. Беги уже, что ты устаешь, что ли, бежать? Вот сюда, наверх. Еще выше, да? Еще выше. Опа. Поглощай. Красавчик. Молодчик. Ну давай, красавела. Молодец. Наверх. Давайте, шустрее. Какая крутая, правда? Еще и пику свою нам одолжила. Да. Если она не враг, то союзник из нее был бы ценный. Союзник. Вот. Хорошо звучит. Это те ворота, которые... О, здорово. А, да. Протекторат Аккордом. Угу. Пошла жара. Неплохие такие полы. Благодарю за визит. Да, пожалуйста. Сейчас начнутся переговоры. Первым секретарем Аккорда. Обращайтесь к ней, как подобает королю, и постарайтесь заручиться ее доверием и готовностью сотрудничать. Не за что. Прежде всего... Выразить благодарность, во-первых, конечно же, да. Что она пригласила. Спасибо, что лично пришли нас встретить. Это я могу сделать для короля Люциса. Правда, Веским меня сюда не приглашал. И я решила пригласить себя сама. Угу. Несмотря на изменившиеся обстоятельства, и король, и оракул, наконец, в Альтисе. Вы сказали, что Луна на вашем попечении. Проявить заботу об Аккорде? Ну, давай посмотрим. Разве это не ставит под угрозу ваш народ? Надо же. Короля волнуют наши отношения с Империей. Ну так конечно. Но вы, безусловно, правы. Оракул — это большой риск. И мы готовы рискнуть. Придется ли решать вам? Позвольте задать вам несколько вопросов. Давай к делу. Оракул хочет будить Гидрею. Зачем это ей? Она хочет заключить завет, чтобы я получил благословение Левиафа. Это я и хотела услышать. И все-таки, хоть вы и король, получить благословение богини будет непросто. А я уж постараюсь. Буду честна, я беспокоюсь о возможных разрушениях. Не надо. Расскажите мне о том, что случилось с Археем. Вы знаете больше, чем другие. С Археем, что это такое? Я же с ним дрался, по-моему, да? Нет. Титан сам передал мне свою силу. А, Архей Титан, да, конечно. Надо же, точно как в легендах. Имперцам это не по нраву. Прямо сейчас они мобилизуют все свои силы. Похоже, разрушений нам не избежать. Ну, немножко, может быть, и поломаем. Скорее всего, дело движется к войне. Но я им не позволю биться на нашей земле. К черту и богов, и Империю. Мне не позволили биться на нашей земле, быть реалистом, проявить заботу о городе. Тихо. Битва здесь, в городе, была бы катастрофой. Вот именно. Надо подготовиться к эвакуации жителей. Вне всяких сомнений. Итак, мы планируем дальнейшие действия. И я позвала вас, чтобы обсудить ваше участие. Ну, конечно же. Хорошо.
Тогда давайте обговорим условия. Конечно же. Если вам нужен этот обряд, обеспечьте безопасность горожан. Я. Серьезно, да? Серьезно, я. Предложи дальнейшие действия. Ну ладно. Я не знаю, что такое дальнейшие действия. Хорошо, я сделаю то, о чем вы просите. Ну что ж, я рада. В таком случае я не буду препятствовать обряду призыва. Молодец. И это еще не все. Еще что? Как только начнется обряд, ответственность за все ложится на вас. Естественно. Не проблема. Мы и сами способны о себе позаботиться. Спасибо. И простите. Но вы и сами наверняка понимаете, что немногие армии могут противостоять империи. А я могу. Вот и все наши условия. Вы должны обеспечить безопасность горожан и дать отпор имперским войскам. Вам ясно? Дружески согласиться. Хорошо. Будем сражаться вместе, как союзники. Союзники? Каково? Что ж, мы выполним договор и не выдадим оракула. И последнее. Надеюсь, до этого не дойдет. Я должна защищать своих людей. Если с ними что-то случится, будут последствия. И для короля, и для оракула. Пригрозить? А я промолчу. Вы же понимаете, да? Я ни перед чем не остановлюсь, чтобы защитить свой народ. Да-да-да-да-да-да-да. Ну, конечно же. Я король. Я подумал вот так стоять. Трудный выбор, я понимаю. Но если пытаться защитить все сразу, в итоге все потеряешь. А вот кукиш. Мадам, пора. Выберите троих ответственных за эвакуацию. Кого? Дело ваше. Разведка доложила, что имперский флот будет состоять из 4 кораблей. Готовьтесь к серьезному сражению. Рада, что нам удалось поговорить. 4 это всего лишь... Пусть обе стороны 4. Действуют в общих интересах. 4 это всего лишь 4, понимаете? 4. Это не 5, это... Я завоевал безоговорочное доверие первого секретаря. Прекрасно. Ну я же маг дипломатии, понимаете? Маг и... Волшебник. Опыта сколько дали? 1000? Ну, нормально. Выполнена вершина. Угу. Сейчас что-нибудь скажет, наверное, напоследок мне. В спину. Я не могу обещать того, что не в моей власти. Да. Все-таки ты с ними разоткровенничалась. Что тут скажешь? Молодые люди с трагичной судьбой – моя слабость. Они остались без Региса и без Кристалла. И не так давно лишились последнего оракула. За эти 10 с небольшим лет Империя сошла с ума. Что значит «лишились мы оракула»? В смысле мы лишились? Ну, лишились в смысле не в том, наверное, в чем я думаю. Ну, ладно. Сорян. Мы все плывем? Все в одной лодке? Нет. А, да. Башмак. Мы не можем допустить, чтобы имперцы напали на Левиафан во время ритуала. Будет тяжко, пока король не получит от богини ее силу. При этом трое из нас будут заняты на эвакуации. Лучшее, что мы можем сделать, это помочь Гидрее справиться самой. В каком смысле помочь? Имперцы попытаются обездвижить Левиафан, как они сделали с Титаном. А, понял, гарпунами. Если мы избавим богиню от них, она сможет сражаться. Все это очень хорошо звучит, но если ты не получишь благословения, смысла в этом ноль. Так что действуй по ситуации. Да, так и сделаем. Так трое из нас, это я один останусь. Вы что, с ума сошли? Левиафан — это огромная хрень.
Я знаю, что такое Левиафан. Это огромная, огромная водяная змея. И бьет она водяными атаками. Водяными, понимаете? Водяными. Будет плохо, пригрози, что бросишь трезубец в море. Тогда к тебе вынуждены будут прислушаться. А пока он под защитой, его охраняют лучше Оракула. Все ясно. Тогда придется взять его у самого алтаря. Да, но не забывай, ты будешь под надзором солдат императора. Прическа у тебя классная. Да. Обожаю. Это необходимое зло. Обожаю такие прически. Как нужно для того, чтобы скрепить завет. Не такие. Ну такие, как у нее. Благодарю вас. Открытая шея, то есть тут... О, что? Для девчонки это самое. Когда все закончится, ты свободна. Сзади такой... Но без нашей охраны. Я все поняла. А где тебе пора идти. А где твой такой классный этот... Вот где как-то так она разговаривала. Публика уже ждет. Вот что... Наставили на девочку оружие. Козлы, блин. Что она вам сделает? Меня там не было. Золотые купола! Сердце мое ранили. Да. Не забудь план действий. Но не золото они. Ну как там? Только синие они и не крама золота. Ну, как-то так. Я не любитель шансона, но эту песню знаю даже ничего я. Ничего себе толпа. А мне... Да что, тут весь город собрался. Пройти надо? Туда? В смысле, к ней? Здорово. Толстяк. Пойдем. Эй! Да в смысле? А... Не пойму, она сейчас будет что-то говорить, и Левиафан приплывет. Друзья. Друзья. Я стою перед вами и почти не надеюсь. Он же не слышит, они же не слышат. Что мои слова когда-нибудь выйдут за пределы этих стен. Свет медленно, но неуклонно уходит из нашего мира. Тени удлиняются. И все сущее скоро... погрузиться в кромешную тьму. Во тьму, которая вселяет в сердца людей ненависть и печаль. Вспомните о Люцисе. Мечта о мире обернулась кошмаром, который несет смерть, разрушение и страдания. Луна. Но я молю... Не отчаивайтесь. Храните веру. Ведь наши боги всегда оберегают нас. С их помощью, с благословения сияющих звезд, наш мир будет избавлен от кошмаров, порожденных тьмой. Я здесь, в Альтисии, стою перед вами, чтобы воззвать... К Левиафан, богине вод, матери волн, духу океанской бездны. Священный ритуал донесет мои слова до Гидреи. Но прежде я торжественно клянусь. Клянусь честью Оракула, что не буду знать покоя, пока не рассеется тьма, пока не вернется свет. Зачем она ребенка ударила? Видели? Она ударила ребенка. Да ну не плачь ты! Я же не плачу.
Или я плачу, или я не плачу. Привет, пупсик. Она такой пупсик прикольный. Такая она классная. Навык выживания. Специализация гладиолуса. Окей. Такое ощущение, что на столе он звонит. Нокт, здесь имперцы. Я их вижу. К порту приближаются десантные корабли. Поищи удачное место для подхода к ним. Да, ваше дело, горожане. Мы их прикроем. Значит, начинается. Да. Так, ну у меня есть оруженосец. Я надеюсь, мне это поможет. Будет спящих богов и обращается к ним за помощью. Сейчас увидим Левиафана, смотрите. Так, ну это нарисовано, это не на движке игры. Нет, на движке все-таки. Молодцы. Это я, Луна Фрея, из рода Оракула. Левиафан, заклинаю тебя заключить завет, чтоб король смог вновь обрести камень. Видали? Етить, колотить. Уже иду. Значит, обряд уже начался. Скорее всего. Пора помочь Гидрея. Бегом, 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 бегом. Энергия огня. Куда бежать? Сюда? Там, 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 там. Оп! Оп! Ла-бла-ди, ла-бла-дам, а-бла... О-о-о-эй! Та-ра-ри-та-ти-ра-дам. Да, тихо-тихо-тихо-тихо! Спокойно, у меня ничего нет, давай вот так сделаем. Нету вообще ни хрена. Оп! Не-н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 е! А-а-а! Суки! Да блин! Ты чё, дурак, что ли? Серьёзно? Вонючий снайпера, реально, я отвечаю. Всё кончено. Да уйди ты, блин, с огня! Я в ахере просто. Ага. Смотри, проверяет, пугает ее. Пупсик, знаю, пупсик, что, пупсик, не бойся. Король королей отведет тьму от наших. Ах ты. Вонючая змея. Тихо, спокойно. Пупсик, держись, я приду скоро. За милость богов люди возносят им хвалу. Синяк, видели? Люди славят богов в ответ на их благосклонность. На, получи, мудила.
богиня. Я клянусь тебе, это будет достойный король. Нет, что это за волны? Как же вы? Подождем внизу. Там место только на двоих. Нокт, прыгай! Что? Нет времени объяснять! Ой. Я нажал прыгнуть, твою мать. Это что такое? Новая тачка, у имперцев одолжили. Подберемся поближе. И что делать? Что это за... Вот она! Понял. И что мне делать? Молодец, что нашел эту малышку. Ничего себе. Я так и понял. Надо брать. Что, опять? Легче не становится. Держись крепко, но... Не падай! Осторожно! Это как в этом... Оу! Глазик, да? В смысле, выполнено в бой? Серьезно? О, боже мой. О, боже мой. Попросить. Мне нужна твоя сила! Держись там, мудила! Ему нужна твоя сила. Как это он выжил? Какой-то... Испытание одолите. В смысле одолите? Больные, что ли? А как я должен его одолеть? Где люди? Ой, уровень-то, ой, да что мне делать? Если я тебя не побью, ты мне не поможешь. Здесь что-то прямо силы нет. Ага, я сюда не вылезу. А что мне съесть? У меня ничего нету! Эфир, панацея... Так, усиление магии не надо. Уклоняться от вражеских атак, да? И все. Прикольно. Я не знаю, а что мне делать-то? Что делать-то мне? Вот так, что ли, бить ее? Да хорош! Ну я ее побил. Спокойно, сейчас. Тихо, пупсик, ну ты чё?
Тихо, милая. О, канцлер пришел. Да? Да. Кстати, о кольце. А хотя, можешь его ему отдать. И непременно напомни ему про кристалл. Ах, принц, невеста ждет тебя! Я передам королю это кольцо. Сука. Мудила. Когда пророчество будет исполнено, кто во тьме обретет мир и покой. Это очень мило, но сначала вы. Леди Лунафрейя. Ты охерел? Пупсик, ты чё? Давай не умирай там мне. Ничего себе. Да вставай, мудик. Вы понимаете, что происходит? Пупсик, ты чё? Ну-ка, держись. Ничего себе. Я летать могу? Ну-ка. Воу-воу-воу! Силу она мне дала. Вот и все. Я не знаю, сколько там урона. Я просто кликаю на мышку. Вот это магия, слышь? Получила морда. Вы понимаете, сколько я отнял у нее всего лишь? Я что-то сделал. Да подожди, не моргай. Ни хрена, а что происходит? Бой. Вот это босс, реальный босс. Но мне помогает просто магия этой моей девочки. Очень жалко, если она умрет. Я не хочу, чтобы она умирала. Давай уже, замочи этого козла вонючего. Как-то его надо уронить. Да блин! Где он? Что происходит? А?
Тихо. Ой, водовороты какие. Ай, сдыхает, козлина. Вонючка. Тихо. Пять тысяч здоровья у меня, вы видели? Давай, немножко кропальчик. Все. Жопа тебе, жопа. Все, башка пополам. Я ж зажимаю, ну что за бред? Встречный удар, да, был такой? Ты сдохнешь или нет? Это что-то надо сделать правильно, мне кажется. В рот ей надо засунуть, мне кажется. Так. Я не могу так быстро нажимать. Вы что? Все, нажал. Ну давай, милый Ноктис, красава, вова. Молодец. В рот там она. Ой, от горла до жопы разрезал. Это что-то жестко. Это плохо. Где моя милая Луна? Я не верю, что она умерла. Все кончено. Не, живая, нормально. Живая. Давай ее забирай. Увози за 100 морей. Да ты сдох. Ну да, у него. О, боже мой. Титан пришел. Титан? Это Титан. Лобысь, смотри. Японы бог! Тут серия нормас, да, такой вообще замес. Принц Ноктис. Привет. Луна. Так значит, ты отыскал путь? Да. А ты меня? Я смогла еще раз тебя увидеть. Еще раз. Это вообще забавно. А? Почему нет? Потому что мое предназначение уже исполнено. Но разве это может разлучить нас? Ты
Принц Ноктис, ты избранный, и звезды светят для тебя. Избранный. Ты получишь то, что и должно быть твоим. Прикольно. Скажи, помнишь ли ты цветы Тенебры? Тенебры. Кажется, это было Тенебры. Очень давно. Тенебры. Они все так же цветут и ждут твоего появления, вот увидишь. А как же ты? Совсем с ума сошли. Как можно девочку лишать жизни? Ах, если б я только могла быть с тобой. Но у нас есть только этот мир. Как же? Ведь я просто хотел спасти тебя. Когда весь мир рушится и надежды нет, когда ты один, лишь тьма вокруг, посмотри вдаль и помни, что я всегда буду там. Вы смеетесь? И всегда буду оберегать тебя. Прощай, Ноктис. Вы заебали, блядь, японцы, блядь. Серьезно? В 7-й Final Fantasy, значит, Айрис умерла. В 8-й я уже, блядь, не помню, как ее звали. Кто делал эту игру? Напиши мне, сука, в Google, на Gmail. Я не понимаю, вы вообще там больны, что ли, все японцы? Вообще, нация дебилов, вот. Дебилов в плане сценаристов. У вас, блядь, все на одном этом каком-то зацикленности какой-то. Два любящих человека, блядь, и они не любят, сука, друг друга, но вроде как и любят. И всегда она умирает. Зачем? Вы страдальцы там, что ли, все? Японцы. Ненавижу. Очнулся. Пидоры. Простите меня, пожалуйста, за мат. Я не могу это. Нахрена? Но это займет время. Игнис, ты ранен. Невелика жертва ради большой победы. Хера себе. Алона? Скончалась. Умбра принес вот это.
Звездная скверна. Несколько недель спустя. Значит, прокатимся по Тенебре? Сначала заедем в усыпальницу в Картанике. А ты точно справишься? Мои раны уже зажили. А зрение восстановится. Что с тобой такое? А? В Тенебре останавливаться не будем. Тебе пора, наконец, взрослеть. Я уже повзрослел, я же здесь, так ведь? Если соизволишь посмотреть по сторонам, заметишь, что кое-кому еще хуже, чем тебе. Отстань. А кольцо тебе впору? Ах да, ты же его не надел. Она пожертвовала жизнью, чтобы ты мог исполнить свой долг, а ты сидишь и жалеешь себя. Думаешь, я этого не знаю? Именно так. Ради чего Игнис остался слепым? Угомонись, Гладио! Ты считаешь себя королем, но на деле ты просто трус. А, заткнись! Ну, хватит вам! Чего вы? Я понимаю! Я все это понимаю! Тогда возьми себя в руки и вынь голову из задницы! Нокт! Оставь его! Моя прелесть. Ногтис сможет свободно гулять по поезду до прибытия на станцию. Нахер мне это надо? Выбитый из колеи. Прогуляйтесь, дожидаясь остановки поезда. Если тут есть усыпальница, мы туда обязательно полезем. Я боюсь этих людей в черном. Проверить что? Оракул леди Луна Фрей из Тенебры трагически погибла во время ритуала призыва Гидреи. Альтийские волны захлестнули леди Луна Фрей и ее жениха, наследного принца Ноктиса из Люциса. Принц был без сознания несколько дней, но чудесным образом пришел в себя и сейчас проходит курс лечения. Электричка. Везет меня туда, куда я не хочу. Здорово. О, бестолочь. И че, он пошел мимо? Ой. А, ну он сел туда, да? Я не думаю, что надо садиться рядом с ним. Ну, он покурил тут, наверное, да, и все. Первого лица можно походить. Ты на нее пялился. Ты не пялился я? Пойдем в вагон-ресторан. Чтобы иди, иди. Глазел на эту девицу, да? Ага. Да ладно тебе. Мне просто есть хочется.
Есть что пожрать, алло. Слышь. Главнокомандующий Плюре назван главным виновником катастрофы в Альтисии и приговорен к казни. Лорд Равус Нокс Плюре занял верховный пост в имперской армии после беспорядков. Леди Луна Фрей, нигде нет? Это плохо. Все бы отдал, лишь бы ее увидеть. Медаль за отличие. Все. Из-за этого они дерут столько денег? Вот такое имперское качество. Им следовало нанять шеф-повара из Аккорда. Бегать он здесь не может. Я, по крайней мере, проверил все, что у нас есть. Все, что валяло здесь по округе. Сейчас я с этим попробую поговорить. Где он тут? Нет. Я подожду здесь. Мы медленнее едем или нет? Я не бешусь. Слышь? Не хочет он разговаривать. Ну и ладно. Стоит остановиться в картанке. Сомневаюсь, но мы вряд ли успеем это выяснить. Картаника. Там все картавые. Поезд прибывает на станцию Картаника. Где-то здесь должна быть усыпальница. Подышки, да, дали? Ну да. Десница короля. Мне бы это. Здорово. Пожалуйста, помогите! Что такое? Ну, пожалуйста, помогите мне найти Елро, Джаро, Бекки и Джо. Кого-кого найти? Можно поподробнее? Моих цыпляток Чокобо. Я взяла их с собой, чтобы они посмотрели мир, но они все разбежались. Они не могли далеко уйти, ведь они едва хлоп... Да, конечно. Если тебя не прикончат демоны, то доконает вонь. А там что, утечка газа, что ли? Этого никто не знает, и лично я выяснять не... Сколько денег у меня? Здравствуйте. Ассортимент ноль. Небольшой, но Счастливо, мальчики. Ух ты, ничего себе, детство и торгует. Слышь? Я так понимаю, ты добрался без приключений? Да. Теперь осталось просто найти эту усыпальницу. Можешь не искать, она в Фадино Кистино. На станции должен быть лифт, который ведет прямо вглубь карьера. Понял. Удачи и нос зажми. Что? А, впрочем, спасибо за совет. Лады, лады. Ну все, хватит мотать башкой. Давайте на этом, ребятки, закончим. Все, мы нашли, куда идти. Мы туда пойдем в следующей серии. Очень трагично. Я не знаю, мне кажется, это вранье. Неужели она умерла? Все. Спасибо большое, что смотрите, что пишете, лайкаете, ждете. Для меня это что-то новое. Чтобы мои видео кто-то ждал. Спасибо большое. Люблю, целую, пух. Пока.